Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Творческая мастерская Креатив». Меня зовут Наталья, и сегодня я хочу пригласить вас на мастер-класс, на котором покажу, как сделать бантики для маленьких принцесс. Эти бантики сделаны из репсовой ленты шириной 4 сантиметра, а также лентой из органзы, вышитой пайетками, и ширина этой ленты 5,5 сантиметра. Сзади этого бантика есть резиночка, середина украшена стразами. Если вам интересно, присоединяйтесь ко мне, также подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, заходите в мою группу ВКонтакте. А сейчас давайте начнем наш мастер-класс. Для изготовления бантика нам понадобится два отрезка репсовой ленты длиною 36 сантиметров и ширина этой репсовой ленты 4 сантиметра. Также два отрезка ленты из органзы. Ширина этой ленты у нас будет 5,5 этого отрезка и длина этого отрезка у нас будет 21 сантиметр. Также еще понадобится небольшой отрезок узкой ленты, сантиметровой, и длина этого отрезка ленты будет 15 сантиметров. Резинка и стразовая серединка. Сначала нам нужно сделать нижнюю часть бантика. Для этого мы берем отрезки ленты из органзы, складываем, берем один отрезок, складываем пополам и отмечаем середину. Здесь середину отмечаем булавкой. Второй отрезок делаем точно так же. Складываем ленту пополам, ставим булавочку, то есть находим середину. Да, я еще забыла сказать, что края всех лент нужно обжечь, чтобы нитки не обсыпались. Теперь берем вот этот конец ленты, прикладываем к серединке и заправляем нитку в иголку в два сложения и делаем сборку. Сборку делаем меленькую, то есть линию для сборки прокладываем меленькую. Также теперь берем второй отрезок ленты, также вот этот конец прикладываем к середине, то есть к булавочке, и тоже делаем, прокладываем такую линию сборки. Вот у нас так получается. Теперь переворачиваем ленту и точно так пришиваем этот следующий конец ленты. Тоже делаем сметочную линию и стараемся делать ее миленькую. Теперь стягиваем, то есть собираем сразу два вот этих отрезка ленты. Собираем, хорошо стягиваем. И закрепляем. Здесь нужно закреплять очень хорошо, чтобы у нас ничего не разорвалось. То есть можно вокруг этих лент собранных вот так 2-3 раза обвернуть ниткой. И сделать закрепку. Не одну, а можно даже сделать несколько закрепок.
все. И лишние нитки мы отрезаем. Она уже нитка с иголкой нам не нужна. Вот мы сделали нижнюю часть бантика. Хорошо расправляем. Теперь делаем верхнюю часть бантика, вот эту вот собранную. Для этого откладываем от края ленты 10 сантиметров и отмечаем эти 10 сантиметров булавочкой. То есть ставим здесь булавку на этом отрезке ленты и на втором тоже откладываем 10 сантиметров и тоже эти 10 сантиметров отмечаем булавочкой. Вот на двух отрезках мы отложили по 10 сантиметров от края ленты. Вот эту вот часть ленты мы будем собирать. Для этого возьмем нитку, заправленную в иголку, в два сложения обязательно с узелком, и будем прокладывать сборку. Сборку будем прокладывать от этого угла по всей ленте до булавки. Тоже здесь не нужно делать широкие стежки. Лучше делать стежки маленькие или средние, чтобы сборочка была красива. Вот доходим до булавочки, ничего не закрепляем и ничего не отрезаем. То есть у нас нитка с иголкой должна быть на ленте. Теперь такую же сборку делаем на